Рекомендую вам канал Чисто Первого. Андрей снимает онлайн-рейды и очень атмосферные выживания. Он соло-тащер. Ссылочку на канал оставлю под видео. Подписывайтесь. Прощай, Бэшик. Чеппер, нет! Что ты наделал? Надо скушать мясо. Блин, тут столько спальников. Друзья, спасибо вам за поддержку. Ваши лайки и комментарии очень сильно меня мотивируют. Я знаю, что вам по силам собрать 2049 лайков. Давайте порадуем меня. Я стараюсь для вас. Снимаю, монтирую, делаю эти крутые ролики. Поддержите пальцем вверх. А приветы получают Эмиль Гильмуддинов и Степан Гришечкин. Не забывайте делать репост этого видосика из моего паблика ВКонтакте и добавляться ко мне в друзья. Чеппер. Да-да, я снова о Чеппере. Это мой напарник и друг. Он делает для вас девблоги, нарезки и часто стримит. И я снова прошу вас подписаться на его YouTube канал. Ссылочка будет в описании под видео. Ух ты, ух ты! Сзади, сзади, сзади! Сзади, сзади. Голова есть, ребят, почти готов. Где моя болтовочка? У меня страхи нету. Прям полностью отбит для тебя? 12 хп оставалось. Давай, подожди. Я с ракетой не пойду. Ну ты прикрой сверху меня. Он где-то был здесь, прям вижу. Вон он, за камень. Готов. Готов, готов, готов. Подожди, может второй был еще, нет? Нет, грибы только вижу. Я не видел. Грибы вижу. Грибы вижу. Патронов принес нам, кактусы, броня. И грибы заберем. Тело бежит, муж, за этим камнем. Нету никого? Есть там. Ага. У него взрывка. Насколько можно кидать в меня эти гранаты-то? Хорош, хорош, хорош. Какие они жесткие пошли. О, помповик, слушай, помповик у него реально. Вот это элитно. Вот это домин ты называешь? Нормальный домик, 2 на 2 получается. Здесь у нас буферка, там точно проход. И возможно второй этаж какой-то ценный. То есть ракетами, наверное, выгоднее всего пробить. По дверям давай. Хочешь по дверям? Ну давай по дверям. И ставлю. Поехали. Начинается. Не взрывание, бит 4. Ну бит 4, ну давай уже. Давай еще вот этот зарейдим. Угу. Все равно ждем. Все равно ждем, да. Какая же из них взорвется? Какая же первая? Ставьте, господа. Вот так, там первее. Только не власть первой, подожди. Я хочу туда что-то. Нет, я хочу сюда. Там еще одна дверь. Ну, честно. Конечно, там еще одна дверь. Здорово, я пошел тут посмотрю. Там тоже дверь? А, ну почему-то. Да ладно. Погоди, сейчас. Да я не спешу. Что? Кто заговорил? Так, где шкаф есть пустой и все, и там двери, там чем ракетами проще здесь, всего. Здесь типа. Я иду, иду, иду. Подожди, мне дробовик, не стреляй в него, не стреляй, да, дробовиком хочу отработать. Ну классно же. Ну. Ну тут тесно, это Гвин Блейд. Слушай, его постоянно все рейдят, убивает, ловушек нету. Мне его даже жалко. Немного. Ой, тут у него серый 2500. Шкаф. Без кодлока. В принципе. Спальника не вижу только. Где у него спальник реально? Ловилки. Кто стреляет? Сверху, сверху, сверху. Подхилились. Голова есть? Он кот с ним. Готов, 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 готов. Что-то дробовик как-то меня вообще разочаровывает. Ключ от дома. Прицы. А кто с калаша стрелял? Подожди, в нас.
Где? Никто не стрелял, да? Да, я понял. Право. Меня завалили. Право. Минус готов, готов, башки. Готов. Чеп, еще. Еще есть? Чеп? Это Бэтмен. Я курицу убил, Чепер, чтоб ты в статистику не попал в топ. Начинай расстраиваться. Блин, бэшек. Да, плохо поступил, да? Забери. Чеп, забери тоже, у меня уже не лезет все это. Грибы сейчас съем. Тут мрак еще лежит. Так и мрак, а забрать на мясо. Чеп, забирай тут, ну не лезет просто это добро никуда уже, понимаешь? Не взрывайся. Ты что за чудо? Не понимаешь. Вот я понял. Так, а еще один дом. Это. Поставим. Нет. Спасибо за кудлочек. Я его пока, пожалуй, сниму. Подожди. Ты забрал с него серу и все. Откуда у него все это? Откуда? Потому что мы не залутали его. Сразу экшон начался. Я забираю у него серу. Я забираю у него МВК. Да, в принципе оставлю. Не, ну серу заберем 2500. МВК заберем. Винблейд. Иди обратно, ставь кудлок на место, иди ставь кудлок быстрее, ставь все на место, фастом давай. Чип, долго не ракеты, да и все. Нет, ракета будет посередине. Ну ты в ту сторону надо как бы, давай. Нарывать. Одна бахнула. Вторая бахнула. Давай ракетой. Как я его убил, мне очень интересно. А вот мне тоже интересно. Вот ты его как-то убил. Тихо. Не спешим, шкаф поломался. Я подбегаю к вам. Хорошо, хорошо. Так, я вижу плавилки, я вижу шкаф, я вижу еще одну дверь, я не вижу ловушек. Они должны быть. Вот он спит, Чеп. Каким-то образом он там умер. Я прыгаю. Так, яблоки! Яблочная ферма. Яблоки, просто их много. Тут сплошные бегу. Яблоки. Тут есть тыковка. Так, плавилка пустая. Так, что у нас еще тут есть? Ресики есть немножко. Ребят, ресиков вообще мало, но там еще одна дверь есть. Угу. И тут яблоки. Я все яблоки заберу. Все яблоки заберу. Все абсолютно. Все, мы лотовой, да? Ну, если это так можно назвать, то возможно. А возможно и нет. Все яблочки мои. Яблочки. Поэтому был, ну. Только поставь вторую дверь, закрывай. Отдал им поломанный калаш наполовину. У нас бы не стрелял. Так, да, что у нас лутовая тут? Бэш. Лутовая бэш. Лутовая. После яблоки. Я даже не знаю, чего здесь можно ожить. А-та-та-та-та-та. Оу, слушай, на самом деле неплохо, Чеппер. Домик ты такой неприметный, а тут добра. Я тебе так скажу, Чеппер. 12 корпусов калашей. Да, 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 да. Рез и камень, там МВК, все загребаем отсюда, прямо, прямо это выбросим. Вот это я понимаю, турелями можно обмазаться полностью. Брать и обмазываться турелями. Трубы забираю, корпуса забираю. Чеп, это просто эпично. Трубы со стаками. На, со стакай, сам забери их. У меня пару слотов есть. Так, что сверху там? Ой, лазер на калаш будет. У меня будет лазер на калаше, это прикинь. Какой я буду опасный. А я без него, у меня фонарик там. Чтоб тебе светить. Грибов 83 штуки. Ну ты понимаешь, как это эпично? Все, Чеп, я то, что смог, забрал. Забирай и побежали домой. Это просто шикарно. Под выбитые стенки, видишь, под дверью? Или это вертолет выбивал? Движение сзади, Чеппер. Вот это сейчас что было? Вот это сейчас был размен. Ты это видел, Чеп? Вряд ли бэшек это вертел. Слушай, я не понял, а где он упал? Так, это Вай там что-то, по-моему, стучит. Слушай, я... Вертолочник догнал нас. Я забрал его. Меня так залагало при выстреле, что... Я не знаю, меня это пугает. Угу. Давай, ребяночку, раскинем быстренько, если получится рядом. Кидай, кидай, кидай. А, у меня все есть, у меня все есть. Так, ролик мы поставили, ребятки, готовимся к рейду вот этого дома. Тут живут злые ребята, надо бы их выселить. Ну, в принципе, постараемся сделать. О, Чеп, смотри. Вот так, нормально. Так, ну дальше, разумеется, еще одна дверь. Все понятно, все просто, все обычно. Возможно, лутовая на втором этаже. Все. Так, давай зачекаю. Ловушечки. Тут? Там еще дверь. Чеп, здесь получается это все дверная буферка. Развлекайся, бэшка. Мне вообще прям голову дал ему. Хорошо. Давай я пройду, прочекаю. Если он пойдет на справа, это будет просто топ-кек. Тут вообще Чеппер... Да, можно просто второй этаж пробивать и все. Здесь просто спальники. Просто спальники и люк на второй этаж.
лишь еще одна ракета. Ну сколько? Где две дверь? Подползать! Ах ты ж собака! Он упасть должен, нет? Не упал? Нахитовал да. Много, нахитовал много. Упал. Убил. Отлично. Сейчас может выйти из этого домика, где он там живет, я не знаю. О, глянь, как он упал так красиво. Присел такой. Сверху турель. Здравствуй, турель. Кстати, я сундук вижу. Она вот здесь. Вот тут. Не спеши, подожди. Дай-ка я подлезу кое-что, если меня сейчас не пришьет. Ага. Так, ну я могу залутать их сундук. Просто с него выбросить все это добро. Понтовая фигня. Там две плавилки и дверь туда, чеп. Кто знает, там в буферках есть еще что-то или нет, потому что мне кажется, это не последнее. Сколько же не патронов-то? Э? Ну, она спокойная. Да, тихо. Так, давай печки посмотрим. Тут у нас сера 1800, и тут у нас металла. Руды там много, 30 тысяч руды металлической. Все, ломаем эту штуку. 30? 30 тысяч металлической. Металлической. Ну, ломаем турель. Так, все, давай. Забрал. Забирай все, и руду забирай тоже. Давай сломаем турель сейчас. Опа. Готово. Минус турелька. Либо с той стороны дома, либо где-то под скалой. О, движение сзади. Двое бегут. Минус один. Это один, еще. Там вдали еще бежит, залутанный уже, по-моему. У него был калаш. Чеп. У него фулл сет топ брони. И меня стреляют, чеп. Меня стреляют. Или это ты там стреляешься? Чеп, у нас уже беда. Нет, не в меня, в него, скорее всего. У нас уже беда. То есть... Там еще одна дверь. Еще одна дверь. Тебе хватит взрывчатки-то? Нет, я не беру. Так, сколько взято? Бобовку и все? И бич-пакет. Ну, бич-пакет и ракеты. Ракеточку туда. Так. По-моему, там посыпалась не только дверь, а что-то еще. Так, ну пропадай. Уже дверка, давай. Тут у... Они издеваются. Вот я так и думал, что здесь дом, ну не такой простой. Конечно, еще одна дверь, чеп. Ну там больше нечего. Сейчас мы металл нарвемся. Да. Да, получилось. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, чеп. Там угадаешь, да? Конечно. Побахай. Ну видишь же, живой. Вышел. 2 хп. 2 хп. Ты шутник. И везу. О, а тут спя. Лутовая! Так, а ловушек тут не напихали, а то. Так, вот этот. Ну что, у нас проблемы? Прям что, снизу стреляет? Ну, я не знаю, там. Иди это, слышишь, чеппер? Контроль, в общем, я пойду лут подчекаю. Да, я хоть посмотрю. Забери с него что интересное, давай. Так, я ракет заберу. А, они там снаружи. Так, ресики. Патронки, калашики, патрушки, калашики, да? Угу. Заберу сразу все калаши, такое ценное, трубы заберу. Ну так уж и много на самом деле, 111 серые, ну мы руды забрали много. Металлической, правда. Ты веришь, что это хорошая идея? Слушай, я а он что, прям здесь внизу, что ли? У меня полный инвент всего, что я там забрал, я кидаю эту эфочку. Я не кидаю. Они на доме где-то, ты так на скале по дому, не знаю. Пускайся за мной прикроешь, не иди близко. Только не убей меня ракетой. У меня только одна ракета, я тебя вряд ли убью. Потому что меня выпусти первым, наверное. Одна ракета не так страшна, у тебя именно интерес. Ну, чуть да. Слот есть? Слот есть. У меня пара пушек и все. Пойдем. Пойдем, ага, турель не разряжена, все, патрики есть. Дальше выходим аккуратно. Слева. Один был, а второй? Или не было второго? Не знаю, давай скинемся. Пойдем, скинемся сначала. Там не все еще забрал, надо будет перенести. Да он же их двое. Он с 8 гранатами пришел, Дашка. 8 гранатами? Угу. Тоже и мне страшно становится от такого. Что же у нас получилось с этого рейда, ребята? Смотрите, мы брали 12 ракет. У нас осталось 3 ракеты. У нас осталось 3 Б4. Соответственно, 9 Б4 мы взорвали. То есть Б4 ракета минус дверь. Как всегда, мы подумали, что домик простой, но решили пойти по дверям, потому что, ну, где обычно прячут лут? В центре. Здесь ребятам надо отдать должное, они реально постарались и запутали. Для кого-нибудь читераста, скорее всего, это был бы простой дом. Но мы играем по-честному, мы презираем читеров, презираем макросников, и поэтому мы прошлись по всем дверям.
слили нормальное количество взрывчатки. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Брони. Я считаю, это хорошо так. Много брони. Оружие. Я с собой приносил сюда Томпсон и болтовку. Ну и калаш, который у меня. Соответственно, Томпсон, болтовка. Все остальное мы здесь подняли, ребята. Понимаете, как классно. Так, это у нас тут хил. Хила я тоже брал немножко с собой. Это тоже поднятый хил. Граната, это товарищ прибежал взрывать нас. И ресурс, собственно, который мы подняли. 2000 серы. Еще 1000 серы. Руды. Руды металлической прямо, надо сказать, очень-очень много. Ну, хоть это уже радует. Много угля, немножко МВК, дерево, компоненты тоже. Трубы, кстати, реально нужны. То есть мы ракет сколько слили, трубами восполним. Я считаю, хороший рейд, но главное, интересный дом. То есть ждешь, что да вот, сейчас бахнуть. Даже бы если мы бахнули сверху, ну мы, конечно, сэкономили. Сверху 4 ракеты у нас ушло бы, чтобы квадраты сломать. А дальше бы мы полезли уже по дверям, опять же, там, ну, мы нижние двери не трогали. Но опять же, а мы же не знали, что снизу ничего нет, там два спальника. И все равно бы хотелось бы сломать люк. Ну, как бы, не сильно бы сэкономили, если пошли сверху. Совсем чуть-чуть. Но мне нравятся такие дома, мне нравится такой экшон. Мне нравится рейдить с турели, но, к сожалению, без мин.